17 марта весь город отмечал праздник широкой масленицы. В основном мероприятие устраивали городские парки, крупные торговые центры и ТОСы. Управляющие компании редко берутся за организацию подобных гуляний. А вот сотрудники ЗАО «Лидер» все-таки попробовали устроить праздник для жителей Суховки. И не прогадали. Ну, мы, конечно, очень переживали, когда мы решили такой праздник устроить, потому что это всегда очень ответственно. Пригласить людей и не оправдать их ожидания, это, наверное, будет неправильно. Мы готовились серьезно, но я тоже считаю, что этот праздник получился, и получился потому, что люди откликнулись на этот праздник, ну, прямо вот видно хорошо. Тут и поиграли, и улыбались, и хорошие отзывы, хорошие спасибо говорят. То есть мы считаем, что праздник вообще удался замечательно. Гуляния растянулись на несколько часов. Народ подтягивался со всей Суховки. Взрослые дети с удовольствием участвовали в конкурсах и с не меньшим удовольствием получали за это подарки. Очень рада, что здесь сегодня такой праздник организовала наша управляющая компания «Лидер». Мы ей очень благодарны. Слова только благодарности, как говорится, тепла. Ну, большое спасибо. Устроили праздник просто детям. Кульминацией гуляний стало сожжение чучела масленицы. А потом все немного уставшие и замерзшие подкрепились блинами и горячим чаем. Недовольных не было. Впервые за многие годы не пришлось ехать в городской парк, чтобы отпраздновать масленицу. Достаточно было выйти во двор. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.